Привет, друзья! С 79 по 89 год на территории Афганистана погибло более 15 тысяч советских граждан, которые были туда отправлены руководством СССР выполнять интернациональный долг. Доставка тел погибших на родину осуществлялась авиационным транспортом из санитарных соображений в цинковых гробах, так называемый груз-200. Для транспортировки груза-200 задействовались самолеты военно-транспортной авиации, преимущественно Ан-12. При этом по указанию Генштаба предписывалось обеспечить доставку и похороны погибших на родине не позднее 7 дней после гибели. В военных госпиталях на территории Афгана были оборудованы специальные сварочно-эвакуационные отделения, в которых тело погибшего бойца помещали в цинковый гроб и герметично запаивали его. Цинковые гробы и деревянные ящики к ним изготавливались на одном из предприятий в Ташкенте и теми же Ан-12 доставлялись в Афган. Груз 200 со всей территории Афганистана доставляли в аэродром в Ташкенте, а оттуда уже по всему Советскому Союзу. Ан-12, который выпускался с 1957 года, до начала войны в Афгане успел зарекомендовать себя как очень надежный самолет, способный работать в сложных климатических условиях и неприхотливый в обслуживании. Оснащенный 4 турбовинтовыми двигателями, он имеет взлетную массу в 61 тонну и может перевозить 2 боевые машины десанта или 60 десантников с парашютами. Но главным его преимуществом является возможность осуществлять посадку и взлет с аэродромов в горной местности, где и взлетно-посадочная полоса имеет ограниченную длину, и заход на посадку сложный. Этот самолет был рабочей лошадкой афганской войны, так как с помощью него осуществлялась большая часть перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Но в памяти у многих он остался как санитарный самолет, перевозивший груз-200. За один рейс Ан-12 мог вывести до 18 цинковых гробов в деревянных ящиках, а в армейской среде он получил прозвище «Черный тюльпан». Это название произошло от афганской традиции публиковать в местных газетах фотографии погибших в обрамлении орнамента из черных цветов – степных тюльпанов. С началом войны в Чечне черные тюльпаны возобновили свою работу, а в Ростове-на-Дону на территории окружного военного госпиталя появился 522-й центр приема, обработки и отправки погибших, на эмблеме которого также размещается черный тюльпан, а 17 итальянских холодильных камер способны вместить в себя 408/200. Остается лишь гадать, с какой войны прилетит очередной черный тюльпан. В Афганистане. В черном тюльпане с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане